ваши части тела выступают не по делу. Если вируса бактерии не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Во вторник в Самарской области пасмурно и снег. Температура воздуха в дневное время минус 7, минус 10, ночью 8-10 градусов ниже 0. Ветер южный, юго-западный усилится, подует со скоростью 7-9 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега, днем 7 градусов с минусом, ночью 8 ниже 0. В Тольятти тучи и снег, днем минус 7, ночью минус 8 градусов, юго-западный ветер 9 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой снег, днем минус 8 градусов, ночью минус 10, ветер южный 7 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.